И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Expansion Core. И да, я изменил свой домик, но не просто изменил свой домик. Я притомил альфа-трайка, мужика альфа-трайка. Как вы помните, у меня на альфа-трайк женского пола такая чисто самка. Накрашенные ногти, накрашенные губы, все как положено. Ну и нашел вот такого трайка. Не помню, 80 какого-то левела был. И весь красный, прям матерый мужик. Я ему сейчас хочу до 150 скорость вкачать. Поймал его недавно. Вот, и... И все прикольно. Все прикольно, реально. Вот этого. Вот ее я вкачиваю на дамаг, уже 810%. Добывает нехило ягодки, и все замечательно. Изменил дом так, потому что я поставил здесь огромные ворота. Других вариантов не было. Просто с другими вариантами трайки не вылазили. А, нет, все нормально. Вот, как видите, здесь я установил фундаменты, здесь у меня стоит стена. Здесь фундамент, здесь стена. В общем, немножечко сжульничал, но в целом получилось как нужно. Здесь у меня есть... Блин. Здесь у меня есть дверь. Здесь я поставил стены, ну так, а делать нефиг, поставил. Вот. И, собственно, здесь кормушка стоит, я ее пока что не использую. И вот эти колонны стоят просто так, а делать нефиг, ну, типа, что все-таки они должны на чем-то упираться. И уже здесь идет лестница. Поднявшись наверх, здесь я решил, убрал, сначала у меня здесь стояли перила, а потом думаю, а нафига? Так же прикольнее выглядит, типа такой птерчик наверху тусуется, такой хоп, как положено. Убрал перилы, птерчика поставил, все хорошо. Здесь у меня странная вот туча кроватей, ну и здесь, конечно же, расширение пошло на пользу. В общем, практически все нужные верстаки, пару печек, это, кстати, уже вторая перестановка, я установил первый раз, потом второй раз установил, и еще увеличил дом, и третий раз уже установил. Кстати, мод на Upgrade Station обновили, и теперь... Есть какая-то всякая фигня, в общем, это типа можно, короче, почитать, ну, я не знаю, тут, короче, наверное, что-то написано нужное, но это все фигня. В комментариях мне написали то, что если делать блюпринты, то больше ресурсов дает. Нет. Дает не больше ресурсов, и я хотел это показать. Вот это вот весь лут я получил за старт-кит. То есть разобрал все предметы, которые разбираются, в том числе и кровать. И получил эти ресурсы. Но! Смотрите, какое но. Blueprint Station. Прикольно, да? Он теперь реально только все блюпринты. Он не разбирает, он не дает ресурсы. Он просто тупо разбирает и получаешь блюпринты. Разобрал легендарный топор. Извините, ты получил хороший рецепт. Какие тебе ресурсы надо? А фиг ты с два тебе, а не ресурсы. Вот такие вот дела. Кстати, легендарный топор, это я нашел его. Да, я его не грейдил. Кстати, вот кровать, она стоит отдельно, потому что ее тупо, ну, почему-то в Blueprint Station она не разбирается. Но, есть одно но. Конечно, мне там все эти принты нафиг не нужны, это лажа сраная. Появилась вот такая вот фигня. Augment Station. Augment. В общем, что это за фигня, не знаю, она крафтится. Но, как я понял... Она дает плюхи. Дополнительные плюхи, типа не поджигайка, грубо говоря, не замерзайка, и все в таком духе. Если вы разобрались, что да когда где, напишите это в комменту. Ну-ка. Да ладно. Вы это видели? Ларчен Лангер Ассаулт Райфл. И суть в чем? Здесь на пушку, короче, типа улучшение, типа бензопила, короче, здесь стоит автомат,
Апгрейд у автомата — это двойная обойма, и еще у дополнительно к автомату бензопила, короче, прикручена. Не, это, конечно, крутая пушка, честно, я бы с ней бы только и бегал, как ближний бой. Почему бензопила, ёшкин кот? А еще плюс оружие, это кайф. Давайте рассмотрим, что там внутри. О! Так. Черный жемчуг, трубка, всякая фигня, типа полимер и камень. Окей. Так, что у нас здесь? Что-нибудь изменилось? Нет, все то же самое. О, кстати, а я здесь... полностью типа в разборе написано, что да как... Кстати, точно, во-во-во. Я думаю, так будет намного вам понятнее. Вот, короче, бензопила. Типа, даже не бензопила, здесь просто какая-то жесть. Видите, двойная обойма, короче, в которую сраного туча патронов. Круто, круто. Это, знаете, просто тупо маленькая идея от раздрабов, а уже насколько... Я просто полторы минуты вдуплял в эту всю фигню. Так, ладно, так давайте. Ай, ладно, гори, короче, ну, тебе в баню, что на селитре всего лишь работаешь. А, так, что у нас здесь? Здесь все то же самое остается. Здесь тоже все то же самое. Ничего, 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 ничего. Да. Здесь у меня наркобериков почти 4500. Тут вот еще яйцо птерчик снесла. И все отлично. Кстати, она у меня самка. О, прикол. Реально самка. Вот так я замечаю только, да, когда яйца сносит. Так, что у нас здесь? Ну, там всякая фигня. Здесь я всякие блюпринты скидываю. Кстати, да. Чертеж бесконечного парашюта, но это у меня и так есть. И... Не здесь. Да, там написали в комментариях. Извините, у меня насморк, это все. Это кранты опять. Опять я болею. У Prime Hue, ну, кожа. Изменили эмблемку. Во-первых, ее сделали обратно, похожей так же, как на обычную кожу, и сделали полный треугольничек. И потом я в этот же день нашел рецепт Prime Fur Chestplate и Prime Fur Chestplate. Но суть в том, что они разные. Это по басеве, и цвет у них почему-то после обновы у них они перестали распределяться по цветам. Это был синий, это был обычный. Не знаю, в чем прикол, но здесь, как видите, есть сапфир, меховой нагрудник, волокно, Prime Hue, черный жемчуг, причем сраного туча 152. И Prime Pelt, это, как понял, Prime шерсть. Но если посмотреть на это, это черный жемчуг 532, он всего лишь навсего синий. В общем, короче, жуть. Да. Все вот эти каменные постройки, плюс вон там фундаменты каменные, это я нашел. Немножко полетал, полутал этим... Эти лучи. Так, с птерчику вес надо бы до 500 догнать хотя бы, он будет тогда побосявее. И что, 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 что? Так, что я еще хочу в этой серии сделать? В этой серии не помешало бы мне... Сим-сим, откройся. В этой серии не помешало бы мне найти хищника себе. А, хищника, хищника, это, конечно, хорошо, но что я хочу сделать? Я хочу, наверное, волка либо саблезуба. Проблема в другом. Волка либо саблезуба я только смогу поднять аргентависом. А вот это уже проблема, реально. И, кстати, да, моя постройка, ну вот, как видите, еще 5 дней, мой трек ко мне вернется. В общем, мне либо надо кицаля ловить, либо нужно аргентависа ловить. Это нехилая проблема, я вам так скажу, потому что поймать их будет тяжело. Если, допустим, кицаля я мог еще поймать, когда он летал здесь,
Он здесь на этом острове, точнее с той стороны получается, летал Кецаль, и как бы он летал около скалы, и я думаю, его было бы легко поймать. Но сейчас вот такая вот имеется жопа маленькая. Чутка и чутка неудобно, просто сраного как ярко, я сейчас ослепну! А кстати, а здесь было больше построек. Ну, вы видите, да? Какие дают мне ресурсы. Кстати, бронька, видели? Вот так вот. Все, нашел. О, рейр пика. Прикольно. Если их разобрать, я немало металла получу. Так, что у нас? Ботиночки хорошие. Почему бы и нет? Ресурсы — это всегда хорошо. А тем более халявный наркотик, стимулятор. А плейт — это вообще просто супер. Какой левел? Ёптель-моптель. Ёптель-моптель. Но мне нужно будет их тоже. Не, слушай, ну реально здесь была вторая пол... О, у него Рекс появился. Кстати, если не ошибаюсь, это дом админов. Я, конечно, могу ошибаться, но я не должен ошибаться. Так, так, так. Аркстоун. Да, вроде бы дом админов. Вы не думайте, это не название сервера, если что. Кстати, да, и здесь была постройка. Ну да, две платформы у него было идентичных. И у него как-то все подуменьшилось. Может, приехать, переезжает куда? Ну, не знаю. В общем, здесь летал Кецаль. Кецаль, походу, дело завалили, либо поймали, я не знаю. Но он пару дней летал, летал и, в общем... Теперь только надеяться на судьбу, и что также Кецаль появится, и я тогда смогу его поймать. Тезерозавр, или как там его... Ёптель-моптель. Тадзака писал то, что 135-го левела поймал, и он ему, короче, по 500 дерева добывает. Я, кстати, не знал, что они еще и деревья добывают. Это здорово. Нужно будет его притомить, потому что дерево — это нужная штука. Так, это... А, это та же самая база. Так, ну что? Ну что, что? В общем, я сейчас разгружусь немножечко, скину лишнее, дабы не потерять все это дело. А вот, и уже пойду полетаю, поищу, может, кого, чего найду. Все-таки надо за сегодня какой-то конструктив сделать и кого-нибудь словить. Ну, кстати, давайте немного тогда попутешествуем. В общем... Написали мне про альфа-чей, спасибо большое, и как я понял из комментариев, это притомить альфа-сурки можно только трайка. По крайней мере, как я понял, что даже травоядные все агрятся. Ну, в смысле, нужно будет именно так томить. Но, как я еще понял, есть какая-то альфа-хэт, альфа-шапка. И когда ее надеваешь, типа, то можешь даже хищников, типа, с руки томить. Да, с этим разберемся. С этим обязательно разберемся. Даже интересно, что это за система. Также, конечно, разберемся с системой, типа, желтой-зеленой шапки, на трайп-шапке. Тоже с ними разберемся, что это за фигня и с чем ее кушать. Конечно, бобришку бы. Блин, да ладно, аргентавис, точно. Я и забыл, что вы у нас здесь тусуетесь. Блин. Птенчик. Птенчик, я и забыл про вас, что вы здесь тусуетесь. Так. Их испиздил и ушел. Называется, нашел. За мной. Слышь, днище! Зайди. Мы тут, понимаешь ли, на задание! Давай, 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 за мной, за мной, за мной, за мной. Ну, в баню тебя. Оп! Молодец. А теперь валим отсюда. Зараза. Опять он с пассивки переключился. Нормально так. О, цветочка-то сколько много. Ох, какой я молодец. Ой, блеха-муха. Ну ладно. Как говорится, затащили. А, о чем я? А, птички. Птички, аргентавис. Я же могу его здесь.
Притомить. Я плотину нашел. Две! Да идите вы в жопу все! Сраные мухи. Ууу, комары долбаные. Не, ну они такие же назойливые, как комары просто. Только зайдешь в тень, они уже здесь. Так, ладненько. Сейчас разберемся. Хм, прикольно. Скелетон стега. А почему он так полосой у него отмечено? Хм, напишите в комментариях, из-за чего он так именно отмечен полосой. Я его просто через скалу увидел вот это вот все дело. Вот, ну и в общем, моя спецоперация удалась, и все прошло успешно. В том плане, что я сагрил... В общем, местную флору и фауну сагрил друг на друга. И еще спер немножечко ресурсов. Так, ладно, погнали. А куда погнали? Мне же надо немного ресурсов для... Аргентависа, и точно, я ж хотел его здесь томить. К примеру... Ты чё за падальщик? Ты падальщик Грифон. А это что такое? Тихо, я чё-то очкую. То, что ты Грифон, то я вижу. Ой, Грифон, Гриф. Ой, а вас там двое уже. Идите в баню, короче. У меня просто на птере конкретно прям энергия кончается. Это просто кобзда какая-то. Тихо. Я это хочу увидеть. На Дурексе. Да не такой уж сильный, жесткий по ХП. А вот по выносливости, точнее, по торпору, он прям басявенький. Угу. Ну ладно. Что я могу сказать по этому поводу? Полная жопа. Я ничего в этом моде не понимаю. Оператор. Ой, ты же, господи, я думаю, я упал. Я всего... Твою мать! Вы меня испугали. Я вообще тут это... Типа, ёптель-моптель, нифига он депадока захавал. Летели-летели. Ты ж, уродцы. Фрики недоделанные. Я вас сейчас... Ай, пошли в жопу, короче. Я сейчас опять энергию потрачу, выносливости и все. В общем, нужно... Что сейчас? Найти Аргентависа, который будет где-нибудь с краю. Ой, господи, это пижара. Я всего очкую, потому что реально, после того, как вот это вылезло говно, тут я еще и виверн видел летают, именно виверны. Я что-то теперь вообще прям конкретно очкую. А вот и Аргентавис. Еще и 50-й левел. Да ладно, ты с големом, что ли? Не-не-не, ребят, короче, вы тут сами. Нашел Аргентавис, называется. Ладно, поищем. Но не мог я это не показать. Просто тупо синий луч. Да уж, круто. Круто. В общем, прилетела на базу. Думаю, сначала взять нужные мне инструменты. Потому что вроде как я примерно начал находить, где можно хоть кого-то найти. Но все зависит от момента, от случая. Поэтому лучше иметь уже все нужное с собой, да и разгрузиться, у меня уже птерчик чутка перевешен, однако. Вот, поэтому погнали, можно разгружаться. Кстати, ну, пока, в общем, вся подготовка идет и так далее, я же выбил, или не выбил, ну, в общем, получается, или выбил, или с кристалла достал Experience Potion, и я хочу посмотреть, что здесь за Experience Potion. Вот, и что они себя представляют. 4026. И использовать. Сейчас следующий тик будет. И посмотрим, что нам это даст. Ну, такого 4000. А, ну, 1000, короче, дал.
такое себе нормально. Два. Практически три лева. Самое главное, у меня скорость увеличится. Здорово. 1000 опыта, конечно. Редко выпадает, но на халяву в целом-то неплохо. Вот. Ну, а тем временем, собственно, пока идет закадрие, я сделал... Или делается... Сделал уже корм из яйца стегом. Это для Аргентависа. Вот. И, собственно... Сейчас делаю наркотик 3x, чтобы сделать басявые стрелы. Я не знаю, сколько их нужно. 4, я думаю, не хватит. Ну вот, поэтому я делаю басявые стрелы сразу же. Кстати, надо будет этот сразу же взять с собой, чтобы освещать, если что не так. Вот, и, собственно, все готово. Осталось только тухлятину наделать. Я вот тухлятину делаю, как видите. Решил жареное мясо тоже туда бодяжнуть. Подумаю, какая разница. Вот, все равно как бы 1000 это ни о чем. Учитывая, что я его достаю в странного тучи, как много. Ну вот, поэтому как бы так. Ягод, как вы видите, у меня дофига. Так-с. Ну что, я дальше делать. Всякая гадость. Фу, ну что, в общем, вспомнив основы игры, а именно то, что с серпом добывается больше. Так, давайте гамоты. Больше добывается с рыбы мясом. Я заработал себе еще 460 тухлятины. Ну, я думаю, она мне сейчас будет уже не к чему. У меня в итоге получилось 18 стрел сделать. И плюс у меня здесь 4 стрелы и одна заряженная. То есть 23 стрелы. Я очень рассчитываю на то, что мне этого всего хватит. Очень рассчитываю на то, что мне этого всего хватит. Потому что если мне этого не хватит, тогда полное же. Полное же будет так. Вот это все скидываем обратно. Ну, не знаю. Пусть чай будет. Так, что у нас здесь? Так. Я, пожалуй, 3x наркотики тоже возьму. Ну, так, пригодятся. Плейт тоже можно взять немножечко, типа скармливать. Так, киблы, конечно же, я надеюсь, 9 штук хватит. И где-то здесь у меня должны быть перчаточки басявые. Да, вот они, басявые перчаточки, которые у меня явно хуже. Так, вот и отлично. 708 брони, просто тупо на хитине. Что довольно-таки само по себе здорово. Так, сразу же сигналка, лук, стрелы экипированы, киблы есть, все отлично. Взлетаем. Кстати, пока я тут это делал все это дело, то есть создавал, у меня у главного персонажа, ну то есть у моего персонажа два лева качнулось. Я считаю, это здорово. Вот, и как видите, у птерчика тоже левел апнулся. И не только у птерчика, ну ладно. К трайкам мы еще вернемся. А, собственно, пока я все это летал, собирал и так далее, мне такая пришла идея в голову. Да ну, в баню в этом лесу копаться. Лучше полечу тут сразу на место, на нормально и все, там, и посвободнее. А уж от холода-то я не сдохну. Надеюсь, да ладно, иди ты в баню. Там желтый. Там желтый трайп. Ну, да и фиг с ним. Так, взять все, кроме мяса. Все отлично, все просто, офигенно. А еще я могу вот так вот взять. О! Прикол. Вот тебе и незаканчиваемый. То есть, когда я у него взял сиденоптер, я взял его в руки, он заюзался, даже несмотря на то, что он некончаемый. Ну ладно, что поделать. Здорово, типа. Я остался без факела. Ну, как без факела. Без освещения. Ладно, фиг да с этим освещением. Погнали уже. Чё у нас там? Блин, ну глубокая полночь, однако. Ну да и фиг с ним, короче. Как я часто говорю, фиг с ним. Ну, потому что реально, да и фиг с ним. Фух. Самое главное сейчас, самое главное, это... Конечно же, найти не Аргентависа.
желательно хорошего левела сразу. Вот, и все будет хорошо. Поищем. Без записи. А, кстати, я тут, у меня такая идея в голову пошла. Если есть какие-то недочеты в плане, допустим, музыка слишком громкая, либо наоборот, музыка слишком тихая, хотелось бы ее хотелось бы ее погромче послушать и так далее, все это пишите тоже в комментариях. Смогу ли я спереть все это дело? Сюда иди, козлина. Чё ты там? Опять ты забыл, что здесь Рекс тусуется. Не смог, нормально все. Господи, хорошо-то какая. Так, скидываем все. Не, нормально, я потихонечку ресурс. Вот, обсидиана. Я еще ни разу обсидиан не собирал. Вот жемчуга насобирал. Кстати, очень хорошо патроны для дробовика разбирать. Потом, мало того, что с них железо дается, так еще дается простая пуля. А потом еще простую пулю разбираешь. Вообще, слитков металла сраного туча. Кстати, вот транквилизирующие дротики я не разбираю. Это кто? Сцион оф Винта. 150 140 тысяч хп. 74,5 тысячи торпо. Энергии 10 тысяч. Ага. Удар нехилый. Кислород сраного туча. Офигеть. У меня сегодня просто день поиска неизвестного. Это кто? Ну-ка, 25-й левел. У меня есть возможность Кицаля словить. Кицаля. О, богиня луны, дай мне сил. Ее красоты. Блин, лук не смогу экипировать. Это что там за камень? Просто тупо камень. Да ладно, просто по камень, рок элементаль, блин. Ой, фу да господи, я сейчас на кнопочку нажал убрать, а мне покажи, что я на Е нажал слезть. Это кто? Вот прибыл Зи. Да ладно. А ты кто у нас такой? Ну-ка. Да тихо ты своими крыльями. Хликотерий! А ты тоже оф Винта? Угу. Ты типа, короче, вот этот носорог, он не уникальный, это просто типа там один из тысячи рожденный, да? Чем типа того. В натуре. Напишите в комментариях, а их можно так притомить? Ну, судя по тому, что я их ни одного не видел ни у кого, наверное, нет, да? Но все равно напишите в комментариях. А ты кто? Я тут как дебил, реально. Апекс. Вот реально из всех модов я знаю, что Апекс, ты его сраного как фиг где найдешь, по-простому говоря. Я думаю, здесь этот мод не исключение. Офигеть. Классно. Ладно, погнали. Блин, здорово. Вот оно, где начинается настоящая игра, а не там, блин, говно на пляже. Ох, вот это понеслось, родимая зимушка-зима. Только здесь можно найти приключения. Ты кто? А, ты тоже Халикатери, да? Халикатери, ты вроде бы Халикатери. Какой левел? Аня показалась. О, обезьяна! Мегапитек, просто тупо мегапитек. 200! Здорово. Кстати, давайте-ка я пока здесь. Можно же подлутаться. Кстати, а нет, все нормально. Можно же нефтяшкой подлутаться. Заодно посмотрим, что здесь наверху. А то вдруг кто построился и ни черта здесь нету. Горизонт чист! Ну, вроде бы. А вроде бы чист горизонт. А вот и Аргентавис. Ну-ка, какой левел? 5-й.
Ну, маленький. Я же хочу побольше левел сразу. Мне нужен побольше левел. Мне нужно, чтобы летал сразу же быстрее. Точнее, грузоподъемность была у него хорошая. Летают они все одинаково. Грузоподъемность хорошая, соответственно, я уже не вес не нужно будет качать. А это уже здорово. Это офигеть, как сэкономит мне просто время. О, пингвинчик. Здорово. Такс. Ну ладно, поищем. Твою мать! Ёб твою ж налево! Это какой-то серый трайп. Тег броня! Вайт тег! 284 хп! Волк! И я тут видел Рекс... Тег Рекс... Апекс Рекс! Ну ты угораешь. Твою мать. Ну в тег броне. Это конечно да. О, а этот бирюзовый. Дерьмовый. То есть самый короче басявый здесь вайта, да? 150 левел. Или это... Да нет, так бы не писало бы. Это ж есть. А чё, они между дружкой не воюют, да? Офигеть. Понятно. Нужно создавать белую шапку, значит. Там они все босявые. Офигеть. Кстати, если вы знаете, что дают эти все шапки, вот эти вот, вот эти вот шапки, типа, если я надену шапку зеленую, то зеленые на меня нападать не будут? Или что? Очень прошу, если знаете, то напишите в комментариях, потому что это нужно. Потому что я уже хочу надеть белую шапку. Судя по всему, если такая есть. Потому что у меня еще не все шапки открыты. Вот, если белая шапка есть, то я уже точно, учитывая, что они в тег броне ходят, я уже хочу именно ее надевать. Да уж. Ну ладно, а я продолжаю искать, потому что я-то нашел место, но там два аргентавица сразу. И какого фига я замерзаю? У меня же тут все равно вот тут чуть, да. Вот тебе сопротивление. В общем... Нашел там Маргентавис 75 левел, но там их сразу двое. К тебе потом вернемся. Вот, так что чутко неудобно, там двое. И мамонт. Здесь вообще странного туча всего. Да уж, не так-то уж легко найти. Да бы еще. Ага. Тут больше, чем двое. Это, кстати, вроде бы то же самое. То место есть, где я находил. А, нет, это вот то место. Но тут их сраного сколько. Да ладно, Рудольф. Ты ли это? Рудольф, это ты. Я знал, что я тебя когда-нибудь еще встречу. Такс. Не, конечно, можно попробовать типа его выманить. Как выманить? Типа выманиваешь его на себя, потом чпыньк его с лука сразу же, и он так... А ты ему на, кущи, кущи, дорогой. В общем, вы поняли, да? Но это надо делать все аккуратненько. И надо найти такую платформочку хорошую. Да ладно, Рексуша. Это все ради того, чтобы я мог к аргентависам кого-то перетаскивать. Точнее, к себе в ловушку я смог бы скидывать тогда уже того, кого мне нужно. Да уж, о, кстати, а ты там у нас какой левел? Ты альфа? Альфа анкилл, какой левел? 10 левел. Не, ну альфа-то это, конечно, хорошо. Аргентавис 50 левел. Ой, ладно, попробуем. Сраный гига. Фу, я реально очканул. Прилетаю, я понимаешь, мимо него, он как зарычит, и меня просто птерт. А, и завис в воздухе, я не могу двинуться. Благо он до меня так и не достал. Фу, повезло, короче, дураку мне. О, альфа-мамонт.
Ну-ка, ты левел какой? Обалдеть, 150-й, блин, я еще ждать хочу. Да уж, круто. Для чего я сюда прилетел, а я тут заметил, что я чутка от холода помираю. Да, вот как-то так там. И надо, короче, камешек налутать, и мне жрачка нужна. Подстава-то какая. Ну, а я все еще пытаюсь придумать, как и что мне делать. Да, ну вот просто про Гигу решил рассказать, козлина. Я теперь знаю, для чего его крик нужен. Он просто стопит нафиг всех своих врагов. Типа, куда побежал, стой на месте! И с тобой не поговорил! И все в таком духе, короче. Страшно, вы бы знали как. Ну, по крайней мере, очканул я точно. Дай мне еду. Да. Вот так вот, собственно, и выживаем. Альфа! Это 100% альфа! А, это чей-то альфач. Эх, а я уже думал, я... Просто 277 левел. Это чей-то. Я уже думал, я просто альфача нашел. Эх, вот так вот и рушатся все мечты и желания. Надо будет, кстати, в следующей серии уже томить, короче, всех этих, которые могут что-либо добывать, типа дерево, камень и все в таком духе, не только хищникам. Что, в общем, хищника, ресурсодобывателя нужно уже томить начинать, потому что чутка лажа. Так, ну ладно. Давайте, короче, думать вместе. Платформа здесь вполне неплохая. Если я вот так подлетаю, сажусь такой, хопаньки, тогда хьюх. Как вы думаете, проканает, нет? Возможно, только надо стрелы взять. Да. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не побеждает. Так что без вариантов, короче, у меня. Да. И где ты? Где ты? Я лечу за тобою. Чё за дебильная песня? Вспомнилась же она мне. Какой-то бред. Вот ты! Эй, слушай, мужик, да, пошли за мной, говорю. Так все нормально будет. Я тебе такое место покажу. В общем, короче, и закачаешься. Так, стой, главное пассивку стой. Эй, мужик! Да ты не мужик, ты просто козел. Да уж, не захотел он за мной лететь, кстати, ну-ка. А соберу ли я здесь что-нибудь? Эй, сервак, да ладно тебе, чё ты, да ты залагал, о. Ну, я имею в виду, типа, это, цветочки тут соберу, нет, интересно, как вы думаете? Вот разочек. Да пошел, короче, нафиг у меня тут сирот, что начинает лагать. Точнее, тупить, когда я начинаю цветочки собирать. Ладно, зато немного хавки собрал. О, мужик, слушай, стой, мужик. Так. Да не, я что-то как очкую здесь. Не, мужик, короче, погнали за мной. Я тебе сейчас покажу, короче, хорошее место. Погнали. Ну, мужик, ну че ты? Да все нормально будет, говорю, пошли. Во, молодец. Ну, на взлет и вперед. Бесконечность не предел. Давай, мужик, все пучком будет, все пучком. Я тебе говорю, место просто отпад. Блин, мне это дерево показалось, что это. Там кто-то стоит. Я сразу подумал, трайп! И ну, мужик, ну че ты внутри? Точно, я придумал, как нужно сделать. Надо, короче, сразу не на скалу садиться, а... Погнали за мной. Вот, не на скалу, короче, садиться. Слушай, а это тут? Да, это мужик. Все нормально. 75-й левел. Почему мужик? Ну, он же мужик, мужской пол у него. Ну, если кто не понял, просто сразу же решил объяснить. Ну, давай. Вот так вот, отлично! Мужик, за мной! Лёша. Слышь, я тебя так и назову Алёшей. Будешь так выёживаться. Чип,
Точно, смотри, как он паутину накидывает. Два. Три. Твою мать. Четыре. Спать! Оу, oh, yeah! That's good. Так. Тебя. Так. Тебя. Апай. Использовать. Ты же апальт. Вот, видите? То есть он торпор скидывает, но он сразу же голод накидывает немножечко. Самую малость, но все же... Да, он 1000. Но смотрите, вот он уже два раза похавал. Здорово, да? Штука классная. Да, рискованно, конечно, но штука классная. Так, сразу все давай-ка на пассивочку. Так. Зараза. Вот, пассивочка, отлично. Фу, ну давайте смотреть. Что мы имеем? 1500 здоровья, вполне нормально. Выносливость, вполне здорово. Кислород, ну, так себе. Ну, просто у меня он ни к чему. Вес, конечно, немного. Скорость передвижения, это понятное дело. В общем, здоровье до 2000 надо догонять. Вес, 500, конечно, это очень мало. Это очень мало. Но это уже здорово. Это уже нереально здорово. Это означает, что мы с этим мужиком просто будем сейчас тащить. Мы сможем притащить себе, во-первых, хищников. Это саблезубы, волки. Ой, ну, мужик, ну чё ты, блин. Вот. Во-вторых, мы с ним сможем... Слушай, я тебя, наверное, мужиком назову. Я тебе говорю, чувак, вот ты не Алёша, может, ты мужик. Я тебе говорю, вот, все, приду, переименую. А, вот, не, кстати, давайте сейчас сразу же здесь. Ну, блин, ну, вместе привязалась к нему это. Будет мужиком. Такс. Такс. Изменить имя. Будешь... Му... Нет. Не, давай сделаем... Мэн. Ну, все-таки иностранный сервак. Я не хочу, типа, палиться, что я русский. Еще забанят. Вот. Все-таки у меня тут сезон, все дела. В общем, короче... Не, я его потом по-нормальному переименую, так, чтобы он прям матерый был. Ник у него, так что нормально. В общем, хищников можем спокойно притомить с ним. То есть в ловушку закидываешь, томишь все пучком. Собирателей сможем, типа, как ты там забыл, короче, бобер и анкилом тоже сможем. Что еще? В общем, короче, мы с ним вообще можем делать, творить чудеса. А самое главное, еще даже я смогу с ним пробовать притомить кецаля. Ну, вы помните, да, как я томил кецаля в соло? Жопа еще та была странная. Но в целом томил же, так что все нормально. Хотя бы мелкого левела притомите, на том будет хорошо. Вот, как говорится, хоть с чего-то начать. Тихо. Я забыл, блин, нажму на ускорение. Я и так быстро летаю. Так еще и жму на ускорение. В общем, народ, на этом все. Вот так вот... Много нового увидел, если честно, вообще здорово. Рудольф, чувак! Как давно я тебя не видел. Эх, смода анунаки. Вот, очень много чего увидел по моду касательно. Самое главное, конечно, 75 левел аргентавис, это немного. Но и это жуть как немало. Я получил вполне такого нормального аргентавис, которому нужно качнуть немножечко веса. Самую малость. Посмотрим, за сколько там будет за один клик качаться. И, конечно же, скорость. Скорость здоровья до 2000 качнуть бы ему не помешало. Скорость качнуть. И, конечно же, качнуть этого... Ой, господи, вес. Конечно же, вес. Вот, ну, собственно, что? На этом все. Кстати, наверное, я такую превьюшку-то и сделаю, типа так... Во, типа... А, фак, как ярко! Я чуть не сдох.
Ну, в смысле, чуть не ослеп. Вот когда они там одновременно махают крыльями, короче, вот так вот. Чук. Вот, я сделал такую превьюшку. Все, в общем, народ, на этом все. В следующей серии уже будем пробовать искать хищников, делать ловушку, искать хищников своих первых. И, конечно же, начать томить их. На этом я уже буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Все, как обычно. Конечно же, пишите в комментариях то, о чем я у вас спрашивал в течение серии. Черт побери, серия 45 минут идет. И, кстати, да, напишите. Это вообще нормально такая серия, что длинная или нет. Я честно сомневаюсь, что это нормально. Но это, конечно же, вам решать. Все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Пока.